Традиционно наши фирмы начинаем с данных Генерального штаба Украины о потерях российской армии в ходе этой войны. Давайте посмотрим. Итак, на 338-й день полномасштабного вторжения в Украину вооруженные силы Украины откобзонили 124 710 российских оккупантов. Также российская армия потеряла в Украине 452 единицы РСЗО и артиллерийских систем 2180 единиц. Продолжают этот список вертолеты 283 единицы сбито, самолеты потери 292 единицы, беспилотники 1941 и 796 крылатых ракет было успешно сбито. Также вооруженные силы Украины отминусовали средств ПВО 221 единицу, автомобильной техники 5001 единицу и специальной техники 199 единиц. Продолжает этот список боевые бронированные машины. Здесь потери существенные 6340 единиц и танки 3182. Отрицательное всплытие совершили 18 кораблей и катеров, среди них крейсер «Москва». Слава Украине! Героям слава!